Ноги на ширине бедер, делаем глубокий вдох, потянули за руками, выдох, руки через стороны. Вдох, вытянули позвоночник и макушкой, тянемся. Длинный выдох и еще одно повторение. Насыщаем организм кислородом и выдох. Раскрываем грудной отдел, делаем 10 повторений. Вдох, раскрыли ладони, выдох, закрыли ладони. Вдох, грудь вперед, выдох, круглая спина. И 3. Раскрываем голову немножко назад, прогибаем. 4. Потянитесь подбородком наверх. 5. Почувствуйте, как растягиваются и грудные мышцы. 6. И спина. Вдох длинный. Выдох, закрыли. 7. И еще несколько повторений. Потянуться ладонями назад. Закрыться. И еще одно. Вытянулись и закрыли перед собой. Руки в стороны. Теперь мы вращаем. Начинаем 10 раз. 1. 2. Просто ладони. 3. Немного плечи. 4. 5. Мягкие движения. 6. 7. Вращайте в плечевом суставе. 8. Каждый раз ладони меняем. 9. Куда смотрим, та ладонь наверх. И 10. А теперь 10 раз. Мы делаем уже, тянемся подбородком. 2. К плечу. 3. И смотрим на ладонь, которая раскрыта. 4. Заворачивайте себя. 5. 6. 7. Потяните шею. 8. 9. 10. А теперь еще больше амплитуда. 2. Мы больше растягиваем. 3. Делайте прям вращение вовнутрь. 4. И подбородком, и корпусом. 5. И потянуться за рукой. 6. Ладонь раскрыта. Посмотрели на нее. 7. 8. Еще 2 раза. 9. Вытягиваем все тело. 10. Руки встряхнули, плечи назад, круг плечами. Итак, теперь мы забрасываем ладонь и другой рукой подтягиваем к себе. 2. Тоже 10 повторений. 3. За локоть немного натягивает. 4. А пальцами противоположной руки. 5. Тянитесь между лопаток. И 6. Это очень приятное движение. 7. 8. Еще несколько раз. Каждый раз делайте вдох. 9. И 10. Руки также расслабили. Теперь каждый раз мы делаем 10 раз, меняя руки, как будто хотим в замок взять. 2. Противоположной рукой. 3. И немного головой надавливайте на руку, которая сверху. 4. 5. Прям вытягивайте, тянитесь. 6. Было бы супер, если в дальнейшем 7 у вас будет получаться замок за спиной. 8. Каждый раз такие движения. Головой чуть назад. И еще одно. 10. Отлично. Также руки немного раскрыли. Руки теперь на пояс. Мы делаем глубокий вдох, а на выдох тянемся локтями вперед. Также 10 раз. Растянули грудные, растянули лопатки. Это очень хорошо растягивает ромбовидную мышцу, которая чаще всего зажата, когда мы сидим. Но обязательно делать с раскрытием грудного отдела. Улучшаем осанку. 5. Еще 5 повторений. Вдох. 6. Увеличивайте амплитуду. 7. Немножко голову назад. Подбородок груди. 8. И 9. Еще одно. Вдох. И выдох. Раскрылись. Закончили. Хорошо. Также руки каждый раз стряхнуть. Теперь мы тянемся в противоположную сторону ладонью. Скользим по бедру. 2. Обратите внимание, что мы каждый раз тянемся еще и ухом к плечу. 3. Потянулись, растянули весь бок. 4. Почувствуйте, как улучшается подвижность позвоночника. 5. Отлично. 5 повторений мы сделали, теперь в противоположную сторону мы тянемся, как будто приседаем. 1. Поменяли. 2. И потянуться рукой вверх, посмотреть на нее. 3. Сгибайте колени, опускайте таз чуть вниз. 4. Но самое главное, заводите нижнюю ладонь вовнутрь. 5. Как будто отталкиваетесь от колена, от внутренней части колена. 6. Очень хорошо раскрывает грудной отдел. 7. Растягивает всю линию позвоночника.
8, 9, и еще одно повторение, и посмотрели на ладонь, 10, каждый раз увеличиваете амплитуду, руки опять на пояс, теперь вращаем тазом 5 в одну сторону, 1, полная амплитуда, 2, корпус так на месте, голова 3, а вот именно тазом, 4, разрабатываем тазобедренный сустав, 5, и в другую сторону также, 1, полная амплитуда, 2, увеличивайте каждый раз ее, 3, 4 и 5. Закончили, руки перед собой, и в ту же сторону мы делаем вращение, 1, теперь только корпус, 2, чуть прогибаемся назад, 3, постарайтесь сделать полную амплитуду, 4, корпус движения, 5 и в другую сторону. То же самое. 1. Чем больше амплитуды, естественно, 2, тем лучше раскрывается. 3. Грудной отдел, растягиваются позвонки. 4. Но начинайте с маленькой амплитуды без болевых ощущений. 5. Все упражнения без болевых ощущений. Руки встряхнули, раскрылись. Теперь на балансе мы подтягиваем колено, растягиваем заднюю поверхность и ягодицы. 1. Каждый раз меняем. 2. Тоже делать 10 повторений. 3. Это еще улучшает координацию, работающего мозг. Ничего страшного, что немножко мотает. 4. Не торопясь, делайте плавно. 5. Если совсем тяжело, то 6. Можно делать около стены. Да, будет немножко мотать. 7. Особенно, когда стоишь на земле. 8. Устойчивость совсем плохая. 9. И еще одно повторение. Подтянули колено. 10. Отлично. Ноги сделали широко, шире плеч. Нам нужно сгибать колено в противоположную сторону, наклоняться и смотрим за ладонью. Даже запрокидываем немножко руку. Каждый раз сгибаем колено. 2. В противоположную сторону. 3. Упираетесь во внутреннюю часть бедра. 4. И посмотрели на ладонь. Это просто супер движение. 5 для вытяжения позвоночника, вытяжения всей линии корпуса. Еще немного. Тянемся. Еще несколько повторений. За рукой посмотрели. Растянулись. Противоположная нога будет прямая. Отлично. Остаемся в этом же положении. Руки в замок. Без разницы, какая рука вверху. А теперь делаем двойное движение на выдох вниз. 1. Вниз, вниз и встаем за счет ягодиц. 2. Растягиваем грудное отдел. 3. Все мышцы сгибателя позвоночника. 4. Это еще хорошо растягивает заднюю поверхность бедра. 5. Если тяжело с прямыми ногами, 6. Делайте это чуть согнутыми ногами. Так вы еще подготавливаете себя. Это движение для подготовки к шпагату. Очень хорошо растягивает заднюю поверхность. Еще 2 раза. И еще одно повторение. Хорошо. Встали, выпрямились, сделали глубокий вдох, потянулись за руками, сделали выдох. Я встану боком, вы можете остаться так же. Мы делаем по 5 наклонов каждой ноге. 1. Тянем носок на себя. 2. Отталкиваемся немного рукой от бедра. 3. Постарайтесь это сделать с прямой спиной. 4. Растягиваем всю заднюю поверхность бедра. 5. И поменяли ноги. То же самое сделали на другую ногу. 1. Может быть, сначала колено будет согнуто, но в дальнейшем старайтесь ее выпрямить. И еще 2 повторения. Вытягиваем больше вперед себя. Еще 1. 5. Молодцы. Выровнялись. Итак, теперь мы подтягиваем пятку к ягодице. Берем за носок. Вытягиваем и тянемся макушкой наверх. Также удерживаем баланс. Прям по 5-10 секунд. И то же самое другой ногой. Вытягиваемся наверх. Ровный корпус. Хорошо, руки встряхнули. Теперь 10 прыжков прям. Прыгаем, прыгаем. Это очень хорошо разгоняет лимфу. То же самое на правой ноге попрыгали. По 10 повторений. И то же самое на левой. Можете чуть-чуть побольше попрыгать. Например, минуту прям засечь и попрыгать ее.